Работа ЖЭКа в города сегодня никого не устраивает. Текут крыши, разбитые дороги возле домов, нерабочие лифты и так далее. Претензий к коммунальщикам у горожан очень много. Недовольство вызвано и введением дифференцированного тарифа. Проблема в том, что не каждый житель понимает, что это такое и за что он платит. К сожалению, наши работники ЖЭКов и прежде не могут донести информацию достоверную до населения. Но я думаю, в ближайшее время мы все это отработаем. Пойдут опять жилищники, будут проводить собрания на домах. Вторая проблема – начисление оплаты за содержание дома. Жители часто сталкиваются с тем, что перечень указанных услуг не соответствует действительности. А то и вовсе распечатку в ЖЭКе не дают. Содержание дома. А что в это содержание дома входит? Ну, никто. Сегодня, допустим, одна зарплата, вернее, одна стоит сумма. В следующем месяце другая сумма уже стоит. Что там изменилось, за что оно повысилось, никто ничего не знает. Уведомлять жильцов, за что они платят и сколько стоит та или иная услуга – прямая обязанность ЖЭКов, говорит председатель правления общественной организации «Виктория» Людмила Шанц. Взяла свою расчетку. Вот здесь, с обратной стороны, написать решение номер такое-то, тарифы утверждены, по вашему дому такие-то, а не написать мне, что я должна продекларировать свои доходы. Я об этом знаю. Кроме того, иногда в перечень услуг входят те работы, которые вовсе не проводились или уже давно сделаны, говорит заместитель городского главы Олег Дорофеев. Грубейшим нарушением со стороны работников жилищного хозяйства является необоснованное начисление тарифа. За первое, за второе мы сразу говорим, что это персональная ответственность, вплоть до увольнения. Таким образом, два начальника ПРЭЖа уже лишились своих мест. Та же участь постигла трех руководителей ЖЭКа и нескольких работников. Чтобы коммунальщики доносили до населения всю информацию о тарифе и услугах, с ними самими еще нужно хорошо поработать, подытожил городской голова Евгений Карташов. Работать в этом направлении планируют уже в ближайшее время. Мы прямо здесь еще раз соберем всех бухгалтеров. Все, кто ответственны за это дело, вот здесь еще раз будет проведен один такой массовый общий инструктаж с рассмотрением всех жалоб, которые поступили сегодня.